Всем привет! Портовик.ру представляет видеообзор коммуникатора T-Mobile Vario. В первом знакомстве с этим устройством мы рассказывали о его внешнем виде, качестве сборки и управлении. Пора подробно рассмотреть комплект поставки и напомнить технические характеристики. Итак, T-Mobile Vario. Вариативность тут только в названии, ибо это просто клон QTEC 9100 и iMate KGM. Технические характеристики, конечно, вряд ли кого-нибудь удивят. Все-таки аппарат не новый и привлекательным может быть не за счет своей модности или потрясающих данных, а за счет невысокой цены при относительной функциональности. Итак, здесь установлен процессор UMAP с тактовой частотой 195 МГц, стандартно 64 МБ оперативной и 128 МБ флеш-памяти. Радуют коммуникационные возможности Bluetooth 2.0 и Wi-Fi. Проще говоря, по возможностям T-Mobile Vario не уступает многим более новым коммуникаторам, а по цене, конечно, привлекателен. Тем более, что производитель ничего лишнего в коробку не положил, таким образом цены не увеличивая. Никаких там автодержателей или креплений на лобовое стекло самолета. Вот у вас есть самолет, и у меня нет. Вот когда у меня будет машина, я сам автокомплект куплю, не надо мне его навязывать. Итак, комплект поставки включает в себя руководство пользователя, диск с программным обеспечением, чехол. Он сделан из кожзаменителя и внутри очень мягкий, а в работе удобный. Аппарат в нем крепится хорошо. Когда девайс в чехле, свободно можно пользоваться гарнитурой. Кстати, гарнитура. Разъем тут 2,5 мм. Наушники классической формы, неплохой звук. Кнопка ответа и микрофон на стандартном блоке, который также снабжен колесиком регулировки громкости. Зарядное устройство и переходник. Обратите внимание, тут разъем мини-USB, очень удобно. Кабель синхронизации, еще раз обращаем внимание на универсальный мини-USB. Подытожим, ничего лишнего, что позволяет цену на устройство держать в разумных пределах, а технические характеристики позволят коммуникатору справиться с основными задачами.